Здравствуйте, это программа «Активная позиция». Сегодня мы говорим о деятельности различных общественных организаций, от советов комиссии до общественных фондов. Итак, я предлагаю начать все-таки с роли различных общественных организаций, их различных форматов. Вот как вы оцениваете степень их влияния на решение общественных проблем? Такая ситуация складывается, что общественное объединение, неправительственная организация играет огромную роль в развитии именно демократического государства. И этому способствуют еще социальные сети. Надо тоже нынешние такие требования времени, что наши власти, государство не может не обращать внимания на особенно резонансные такие проблемы, которые поднимаются. Но некоторые общественные организации, конечно, в основном работают именно на решение социальных вопросов. Те проблемы, которые государство не всегда может охватить. Понимаете, даже у нас во многих развитых странах многие государственные функции были отданы именно по социальным проблемам, отданы именно общественным организациям. Потому что, общественные организации, они лучше решают эти проблемы. То есть эти люди находятся вместе с теми проблемами, живут среди нас, и видя это, они доносят до власти, и не только доносят, но и предлагают вносить предложения. То есть это очень важно. Не просто озвучивать какие-то проблемы, а вносить предложения. В нашем случае это необходимость? То есть государство дорабатывает? Да, если мы идем к демократическому государству, это просто необходимость. Угу. И потом, знаете, само государство уже нуждается в наших общественных, скажем, гражданской позиции. Потому что раз мы направлены на строительство демократического государства, то невозможно без мнения, не учитывать мнение населения, общественных организаций, неправительственных организаций и так далее. Вот, наверное, тогда вопрос все-таки к общественным фондам. Угу. Почему они возникли? То есть, с одной стороны, значит, государство недорабатывает по своей социальной линии, и вам поэтому приходится, собственно говоря, создавать свою инфраструктуру общественную, общественной помощи и поддержки. Добавляя к словам Алии Утемисовны, действительно, для развития демократического государства нужно активное гражданское общество, и его нужно взращивать. Активное гражданское общество, если будет в нашей стране, это значит, что и демократическое государство также будет действительно демократическое. Касательно вашего вопроса, нельзя сказать, что государство не дорабатывает, и поэтому открываются общественные объединения. Это было бы, наверное, слишком однобокое такое мнение. Все-таки у каждого человека есть свои причины, почему он открывает ту или иную неправительственную организацию. Касательно конкретно меня, 12 лет назад, когда я родила своих детей, я увидела отказников в роддоме. И тогда человек, когда сам собственными глазами, не где-то понаслышке услышал, когда собственными глазами он увидел маленьких крох, которые лежат в инкубаторах совершенно одни, нету ни мамы, ни папы, никого. И вот этот маленький ребеночек лежит, и он совершенно один. Я думаю, что любой здравомыслящий человек начнет задумываться и думать, а как ему помочь, что можно сделать, что я могу сделать, и каждый человек на своем месте может сделать для того, чтобы помочь этому ребенку, и в дальнейшем, когда он уже вырастет, сопровождать его судьбу, и для того, чтобы он стал полноценным гражданином нашего общества. И вот с тех пор, получается, началась наша общественная деятельность. В дальнейшем был зарегистрирован благотворительный фонд общественный. То есть это конкретно наша история. Есть другие примеры, когда у людей, предположим, случились какие-то жизненные обстоятельства. У нас есть один общественный деятель, известный в нашей области. На работе случилось несчастье, он потерял обе ноги, и он не сломался, он встал, взял себя в руки, начал помогать таким же людям, которые столкнулись с такой же проблемой. Они открыли общественную организацию объединений и начали изготавливать мебель и заниматься активно трудоустройством. Но, опять-таки, вне зависимости от того, кто бы по какой причине не открывал свое объединение, все мы в целом решаем социальные вопросы, задачи и стараемся, чтобы все эти проблемы решались не только внутри общественного объединения каждой организации, а на республиканском государственном уровне. То есть
когда общественные объединения входят в те же самые общественные советы, комиссии, да, или становятся там депутатами маслихаты или мажилисы и так далее, они уже начинают решать эти проблемы на другом уровне. Давайте поговорим про формат работы. Я понимаю, что вопрос общий, потому что огромное количество комиссий, советов и так далее. Но у вас есть большой опыт, и вы можете на основании этого говорить. Формат работы комиссий при различных госорганах, там от Совета по делам женщины, социально-демографической политики, семейно-демографической, до там, советов при департаменте полиции, ну и так далее. Вот как выглядит формат работы? Ну, я могу только сказать тоже по своему опыту. Дело в том, что участие в комиссии при государственном органе нужны компетенции, понимаете? То есть понимание, знание проблемы и как ее решать. То есть подсказывать государственной организации, обращать внимание госорганов на те или иные проблемы, которые, возможно, в их сфере это как бы уходит из их внимания. Например, вот я пользуюсь, просто пример приведу. Вы вот члены комиссии вот при департаменте полиции обратили внимание просто на то, что вот возле, там, где учатся и живут дети глухонемые, и рядом училище, там вот нету знака опасно переходить, там ограничение скорости нет. То есть такие, вроде бы, на первый взгляд, мелочь, да? Но именно участие вот в таких комиссиях и доводить до руководства целого департамента, потому что тут, чтобы поставить даже вот этот знак, нужно финансирование с государственного акимата, госоргана одного, и знаки обозначить, это должен департамент полиции, какой знак, значит, пешеходный, другой там, ограничение скорости. То есть когда я как член комиссии данной, консультативно-совещательного органа, так будем говорить, да, то есть я хожу, общаюсь, знаю, эти проблемы мне говорят, я довожу. И эти вопросы быстрее решаются. В том числе я хочу сказать, что у нас очень много государственных организаций присутствует, ну, не просто общественные объединения, какие-то представители общественных организаций, общественных фондов, но и граждане. Член общественного совета области, города. Допустим, вот есть у нас и члены комиссии по делам несовершеннолетних. Есть комиссия, вот, как вы объявили, сказали по делам детей, это, женщин, детей, демографической политикой. Да? То есть эти вопросы, они помогают общественности. Да? Это же не при акиме области, при акиме города, понимаете? Там присутствует очень много представителей других уполномоченных государственных органов, и ты как общественник, ты можешь это сказать, довести, участвуя, вот, допустим, в присутствии, ну, допустим, довольно таких важных государственных чинов, которые могут эти вопросы решать. И я заметила, что когда это говорит общественник, но больше доходит, потому что у нас есть квази-государственная организация, государственная организация, и эти сотрудники этих организаций, они немножко ограничены в своих каких-то полномочиях, субординации. Понимаете? А когда ты общественник и говоришь это открыто и прямо... Извне системы. Да, да. Я это говорю не потому, что я захотел, потому что ко мне обратились люди или же общественная организация, либо я сама это увидел и это довожу. Это, ну, как бы более, что ли, действенно. Я вот так замечаю по своему опыту работы, что если ты имеешь компетенцию, то есть у тебя должен быть какой-то опыт работы в прошлом, будем так говорить, да? И уметь работать с людьми, с общественностью, с обществом, и это фокусировать. То есть не все проблемы доводить до каких-то там руководителей на комиссии, потому что эти можно решать в рабочем порядке, да? А такие глобальные вопросы, проблемы можно доводить и решать их. Причем у нас часто бывают зумы, допустим, онлайн-режиме, где там присутствует и министерство, представитель министерства или, допустим, с администрацией президента. То есть эти моменты я как общественник стараюсь использовать. Но такие проблемы и вопросы, которые можно решать на их уровне. То есть, понимать, разделять это. Да. Как часто проходит совещание? Ну, вот, бывает, что как минимум раз в квартал. Да? Но как я член той или иной комиссии, могу обратиться. Допустим, вот сейчас нету этой комиссии, но я член этой комиссии, например, да? Эта проблема дошла до меня, я могу выйти на первого руководителя или там заместителя руководителя и ставить эти вопросы. И если ты правильно ставишь, да, понимаешь суть проблемы и правильно доносишь, и как бы потом берешь на контроль исполнение, то, как правило, ну, я скажу, 99% из 100 – это
доходит. Вот сейчас мы об этом поговорим. Я бы хотела вот добавить к словам Алии Утемисовны. Очень правильно было замечено, что должна быть компетенция. Для того, чтобы общественное объединение, организация вошла в тот или иной совет или комиссию, должна быть компетенция именно в этом направлении. То есть о чем это говорит? В первую очередь это должна быть порядочность самой организации, у которой есть целевая группа, которая на протяжении многих лет занимается конкретной одной деятельностью. То есть не так, что один год они занимаются одним, другой день другим, третий год они еще чем-то занимаются, а вот именно компетенции. И когда будет именно объединяться и государственный орган, с этой стороны общественные деятели или общественная организация, которая имеет четкое видение и опыт в этой сфере, тогда будет качество. То есть такого не должно быть, что общественная организация только из-за того, что она общественная, должна входить в те или иные комиссии. Критики подобных общественных форматов заявляют следующее. Да? Вот в чем основная претензия? В том, что комиссии там, и так далее, отчасти отдельный НПО, допустим, или отдельный совет является просто формальностью. Вот нужно сделать такой стенд, что вот у нас демократия, у нас, вот смотрите, общественники решают те или иные проблемы. Но, по сути, вот эти форматы не имеют какой-либо воли или силы действительно влиять на общественные, на государственные органы, на решения властей и так далее. Вот вы с этой позиции согласны? Как вы к ней относитесь? Дима, вы очень правильно, вот как бы увидели суть проблемы. Вот я тоже согласна в том плане, что когда государственный орган создает, допустим, комиссию, зависит от членов комиссии, понимаете? От членов комиссии и от их знаний, опыта, компетенции зависит. То есть я бы не сказала бы, например, я вот несколько лет уже в разных комиссиях, будем так говорить, и я, если что-то, какие-то вопросы от меня или от других моих коллег исходят, и они доходят, если ты правильно ставишь вопросы, да, задаешь правильные вопросы, естественно, приходит и правильный ответ, и пути их решения. Но другое дело, что, возможно, многие как бы, члены комиссии есть такие, которые не совсем активны. Да? Это тоже от нас зависит, от нашей общественности, от граждан зависит. Ведь. Но а как это оказывается там в этих советах? Это что, это какой-то формат, не знаю, как это называется, по блату попали? Да нет, я знаю, что проводится конкурс, да, допустим, вот общественный совет города, области, районов, это же публикуется. Да, то есть они там по формальным признакам проходят, но что касается деятельности, они уже... Да. Но я насколько знаю, что у нас общественные советы очень достаточно активные, там достаточно активные люди вошли, ну, возможно, среди них есть не совсем, так будем говорить, активно, но в основном-то эти вопросы поднимаются, и другой вопрос, как они там решаются, но хочу сказать, что... Не всегда государственный орган, может быть, и хотел бы, чтобы ты что-то сказал, но надо так преподнести, чтобы вот значимость это, решения этой проблемы именно для государственной организации, потому что я же общественник, да, и это спрос всегда пойдет на акимат, на акиматы или же на то или иной государственный орган. Поэтому я думаю, что тут как бы найти надо такую точку соприкосновения, что если я как общественник какие-то вопросы поднимаю, да, это же для решения тех задач, которые уполномочен этот государственный орган. Ну, как туда попадают, я думаю, что всегда объявляются конкурсы, да, допустим, вот многие обращались, там, вот, когда кадровые вопросы, там, вот, как наблюдатели, да, там просто надо заходить на сайт этих государственных организаций, и там есть определенные требования по образованию, по опыту работы, как говорится, да. То есть это надо сопоставить. Если ты хочешь работать в какой-то комиссии, нужно как бы изучить эту проблему, войти хотя бы на сайт этих госорганов. Да, вопрос эффективности. Ключевой вопрос. Вот как вы оцениваете эффективность? Есть ли критерии оценки, собственно говоря, эффективности? Я считаю, что вообще, что есть какие-то комиссии, да, которые там более 2/3 входят общественники, это уже хорошо, понимаете? Это уже здорово. Я знаю, что у нас многие департаменты, да, департамент государственной службы, там, есть у нас департамент полиции, даже вот такие вот органы, они имеют свои, вот будем говорить, комиссии, где в основном общественники состоят, да. Если уже есть, я уже не говорю, что антикоррупционная служба тоже очень активно работает с общественностью, да, и если таковые имеются, это уже хорошо, понимаете? То есть второе дело, как вы говорите, да, количество должно перерастать в качество, решения этих вопросов, это опять же, я думаю, что зависит от самих общественников.
Ну, по крайней мере, вопрос ставится публично. Да. Я хотела бы тоже добавить к словам Алии Утемисовны, что это зависит, вот эта крайняя фраза, это зависит от самих общественников. Да, есть стандарт, там, две трети, да, предположим, от общего количества комиссий, той или иной должны состоять общественники. Но это же минимум. А зависит от общественников стремиться к максимуму. Никто же не ограничивает, что их может быть и 50% и так далее. Да? То есть если мы посмотрим опыт других стран, мы видим, что они могут составлять и 70%, и 80%, где только общественные деятели, и там совсем небольшой процент именно членов там, государственного органа. И поэтому здесь, наверное, нужно также обратиться и к общественникам, чтобы они еще более активно отстаивали свою позицию и... Вот как, например, сейчас мы же стремимся к тому, чтобы процент женщин в руководящих должностях, на руководящих должностях был больше. Точно так же и общественники могут стремиться и должны стремиться к тому, чтобы их процент участия во всех местах, не только в советах, был больше. Еще важный вопрос публичности, потому что мне кажется, что общественник, он, по крайней мере, может хотя бы это опубличить свое выступление, снять на камеру себя, да? Да. Как-то все это оформить в соцсетях, чтобы знали, что вот он был на этой комиссии, он задал вопрос, он спорил с чиновником, то есть чтобы это было наглядно. Вы знаете, Дмитрий, по поводу публичности, очень тонкая тема. Конечно, да, человек должен быть публичным, но есть вот даже на примере меня очень такой тонкий момент, когда мы только начали заниматься благотворительностью и волонтерством. Мы, знаете, первые 4 года, наверное, вообще не публиковали ничего в социальных сетях. Вот единственное, знали знакомые, кому мы там говорили, давайте поддержим, давайте... Или, может быть, это были какие-то такие маленькие посты, мы собираемся туда-то, давайте все вместе объединимся, сделаем то-то, то-то. Но не как вот прям реально там в режиме прямого эфира мы пошли туда-то, сделали то-то, или там ежедневный вести свой блог. Вот практически 4 года. И касательно публичности, той, вот как бывают же, да, орел, решка или там вот белое, черное с двух сторон, как мы хотим посмотреть. Когда впервые я входила в состав одного совета нашего областного, меня пригласили на заседание комиссии, там были очень уважаемые люди, они попросили, чтобы я встала и рассказала о деятельности, чтобы там не только я, там были еще другие, то есть каждый должен был представить себя, рассказать, чем он занимается, подходит ли его деятельность к деятельности этого совета. И когда я все это рассказала, был вопрос: а почему мы о вас ничего не знаем? А где ваши публикации в социальных сетях? Где то, где это? А я говорю, ну, я думала, что это неправильно пиариться на том, что ты делаешь, на добрых делах. И как-то мы даже не задумывались об этом. Окей, хорошо. После этого момента мы начали, после там, каждого посещения помощи, публиковать. Тогда мы получили другую реакцию. А почему вы ходите и каждый свой шаг показываете, пиарите? Вот такой вот даже... Один такой маленький пример. Но все же я согласна с тем, что публичность должна быть. И для того, чтобы люди знали, чем занимается организация, какие у нее цели, задачи, нужно это показывать. Ты же сказал, такой здоровый пиар. Ничего плохого в пиаре нет, если он здоровый пиар. Общество тоже должно вырасти. Информировано. Оно должно дойти до этого тоже. То есть, чтобы наше понимание этого, хорошо или плохо, тоже было. Потому что, знаете, у нас, получается, везде какие-то общественные советы. Общественные советы, там, никто здесь, не да, знает, да, ЗКО, каких-то консультативно-совещательных органов, какие-то еще другие. Очень много прямо страна советов, можно сказать, да? Поэтому в этом море этих советов надо все-таки, наверное, людям, которые членам именно этих комиссий и советов, как-то доводить. То есть это, ну, у них есть общий чат, там, допустим, который публикуется, допустим, руководство этого чата, да? Но я думаю, что сами члены комиссии тоже должны... допустим, как ну, от общественности, как активные граждане, говорить, что да, я член этой комиссии, я поднимал такие вопросы. Да-да-да. Вот но это, многие думают, что это как бы вот похвальство или же это... В этом смысл опубличить свою деятельность, чтобы избиратели, просто люди, да, общество видело, что ты что-то делаешь, ты задаешь вопросы, может быть, даже неприятные вопросы для госорганов. В этом будет твоя ценность? Да. Потому что, ну, я думаю, что люди должны знать, что есть при каждом, я думаю, что при каждом государственном органе есть те или иные общественные, как советы или как консультативно-совещательные органы. И многие вопросы вот эти комиссии, члены комиссии способны и должны, и полномочены решать.
допустим, да, то, что вопросы поступают. Даже у нас вот есть чат НПО, да, где мы можем зайти, вот республиканские, и там есть эти акты, правовые акты, которые на рассмотрение депутата Мажилиса, Сената, и мы можем туда вносить свои предложения. Но как-то, в общем-то, наверное, не так активно граждане туда заходят, или же общественные организации, и туда вносят свои предложения. То есть я, на мой взгляд, на сегодняшний день государством созданы все рычаги, все возможные и невозможные рычаги участия как общественника или как даже активного граждан в различных таких вот комиссиях или же советах. Да? Но другое дело есть, может быть, вы правильно вот изначально сказали, эффективность или реакция этих государственных органов на твои какие-то или от общественной организации предложения. Вот тут, конечно, очень помогает публичность или же вот публикация в социальных сетях. Да, вы знаете, что какие-то вопросы долго не решаются, а потом как-то резонанс, и сразу эти вопросы начинают поднимать вот и решать на высших уровнях. Резонанс имеет огромное значение, безусловно. Да. А кто его создает? Общественники. Да. Ну, по самой идее, да, по логике. Да. Хорошо, вторая критическая такая позиция в отношении советов и так далее, да, других форм, это, конечно, независимость участников тех или иных советов или комиссий. Потому что мы знаем, что есть, прежде всего, аффилированные общественники с какими-то организациями, может, ветераны, да, той или иной сферы, да, само собой. Они будут отстаивать интересы своей корпорации. Потом у нас есть госсоцзаказ. Вот здесь проблема независимости участников, их способность маневра, в том числе задать неприятный вопрос, она как бы сужается. Вот как вы оцениваете вот проблему независимости вот комиссии, советов и других форм? Ну да, конечно, у нас есть неправительственные организации, которые могут получать государственное финансирование в виде госсоцзаказов. И это те госсоцзаказы, которые необходимы для самого государства и вносят предложения сами общественники, понимаете? Вот есть такая проблема, и нужно ее решать. Надо написать там технические условия или там требования. И у нас есть организации, которые получают и республиканские гранты или же госсоцзаказ, а также есть иностранные финансирование. То есть у нас есть ряд таких вполне успешных, решающих очень много таких социальных проблем, организаций, которые финансируются и за счет государства, и за счет иностранных каких-то грантов. Но есть у нас организации, которые вообще не используют, да, вот, допустим, я знаю Раду, что-то я не видел, чтобы вы, Рада, брали где-то какие-то госзаказы, возможно, там какие-то спонсорские или там волонтерские движения помогают вам в вашей работе. Но я бы хотела отметить, что все-таки государство, да, вот наше государство, как любое другое цивилизованное государство, нуждается в реализации этих проблем. Они возникли из-за того, что сами государственные организации, ну, там, не могут полностью охватить проблемные вопросы общества. И поэтому само общество должно выдвигать эти проекты, эти проблемы и в виде, может быть, госзаказов, да, допустим, и других-то вопросов реализовать. И на это, конечно, необходимо и государственное финансирование, потому что НПО... Да, никто не спорит, да, вопрос именно в независимости участников. А. Вот часто ли приходится видеть действительно членов вот этих всех, да, общественных организаций, которые, правда, независимы, которые действительно отстаивают социальные проблемы, а не являются частью... Ну, если это, это целевая аудитория, и если это проблемы, условно говоря, борьбой с наркотиками, например, то, конечно, общественная организация, она явно отстаивает. Я думаю, что если это какие-то другие какие-то социальные проблемы, например, вот поддержка вот этих по образованию наших молодых детей, допустим, людей вот молодого поколения, то, конечно, это же как может быть это не отставить, да, тем более, что это финансируется государством. Если вы имеете в виду, что, например, если я как общественное объединение взяла какой-то проект, да, и в рамках этого проекта я делаю то, что мне положено, но уже буду молчать по другим вопросам. Вы имеете в виду это, да? Допустим, какая-то возникает проблема, в которой тоже определенная часть вины госоргана. Но об этом никто не говорит из общественников, потому что, ну, как бы, потому что они при этом госоргане. Вот, наверное, вот такого плана вопроса. Ну, наверное, есть вот вопрос, какой-то этический момент. Вот, да? Этический момент, да. Да, этический момент. Но я думаю, что те проблемы, которые они обязаны решать, допустим, или, ну, не то, что обязаны, а как бы на повестке дня, я не думаю, что это как-то может задеть государственную организацию. То есть я не понимаю, вот, допустим, если я государственный, это, ну, руководитель государственного органа, да, ко мне приходит человек и говорит, что вот эту проблему надо решать, иначе вот как бы могут быть другие последствия. Я так понимаю этот вопрос. Поэтому для меня, например, если я хочу обратиться к государственному органу, государственного руководителя какого-то ранга, у меня нет такого боязни, что я его могу обидеть. Я думаю, что я, наоборот, делаю ему доброе дело, с одной стороны.
И очень, кстати, хочу отметить, что у нас теперь, может быть, только мне так кажется, но я так думаю, что многие государственные руководители, акимы, замакимы, да, руководители областных управлений, заместители довольно-таки адекватно реагируют. Допустим, если, например, я когда обращаюсь по нескольким вопросам, то есть я со своей стороны не видела вот такого, чтобы... Например, вопросы, острые вопросы ставятся на заседаниях, да, конечно, в которых, конечно, в том числе, вы бываете. Многие ставят и на общественных советах, и в этих консультативных совещательных органах. Я думаю, что... Это важный момент, да. Да, да. Касательно в продолжении, да, ваших слов, вашего вопроса, конкретно наша общественная организация действительно не участвует в государственных социальных заказах. Мы никогда их не получали ни на городском, ни на областном, ни на республиканском уровнях. Мы в них принципиально не принимаем участие. Но я согласна с Ильей Тимисовной, что организации, которые принимают участие, то есть они занимаются решением социальных вопросов, и государству также необходимы такие организации. Но это наша позиция, то есть мы изначально так приняли решение, чтобы... смотрите, вот наша деятельность – это обучение, да, обучение детей с инвалидностью, детей-сирот, мы развиваем их способности, таланты, мы ни в коем случае не заменяем функцию школы или тех государственных учреждений, где они учатся или живут, например, спецшколы, интернаты, мы работаем совместно с ними и помогаем. То есть как вот одна команда. И школа заинтересована, например, есть спецшколы, где дети с нарушением интеллекта, с нарушением слуха и речи, с нарушением зрения. Как они заинтересованы в том, чтобы дети выросли и социализировались, адаптировались в этом мире, также и мы заинтересованы. И вот такими общими усилиями мы добиваемся таких результатов. Причем результаты очень отличные. И хочется отметить то, что... На сегодняшний момент, то есть вы можете вот посмотреть вот эти картины, да, пример, давайте вот пример, да, чтобы не быть просто голословным, пока посмотрите, вот, может быть, крупным планом, если возьмете. Вот картина, да, это девочка, которая нарисовала эту картину, она не говорит и не слышит. Вот посмотрите, как шикарно, да, нарисовала. Или можете посмотреть другую картину, да, то есть есть дети, которые написали картину с нарушением интеллекта или с нарушением зрения. То есть вот такие вот шикарные работы. Мы обучаем детей на безвозмездной основе, и вот чтобы они развивались. На сегодняшний день более в 15 странах мира, в том числе во Франции, в Австрии, в Эмиратах, в Индии, в Японии мы уже представили работы, то есть по плану было, за 2 года мы в 15 странах, а вообще мы планируем 50-60 стран. Это без какого-либо участия государства. Да, то есть выставка работ. Но хочется отметить, что в этом, например, нам помогают консульства и представительства Республики Казахстан в тех странах. То есть на сегодняшний день Казахстан представлен везде. Но это такая общественная работа. То есть государство за это нам не оплачивает, и мы у них... Вам удалось найти альтернативный источник финансирования, в отличие от государства? Ваша деятельность поддержки, будем говорить так, да? Да. Через государственный орган, опять же, да? Нет, у нас, получается, есть частная школа, где обучаются нормотипичные дети, они оплачивают за счет того, что есть платные кружки. Вот эта категория детей обучается совершенно бесплатно. То есть у нас в штате более 30 человек, учителей, например, каждый из них бесплатно преподает. У каждого вот есть такая социальная ответственность. Такое социальное предпринимательство. Ну, да? Получается, что да. Вот, это вот один из примеров. И таких примеров, я думаю, много, не только в Уральске, и в целом по стране. И, возможно, общественные организации перейдут вот на рельсы социального предпринимательства, таким образом потихонечку уйдут и от самих госзаказов. Это очень важно, да. Да, то есть и сейчас, между прочим, кстати, по-моему, в прошлом году ЗКО было на первом месте, в этом году, кажется, на втором, именно по количеству социальных предпринимателей в республике. То есть, ну, в первую пятерку, тройку точно входим. Вот это формула будущего, конечно. Да, да. Конечно. Да. Ну что же, вопросы были поставлены, ответы были даны, и что же, решать нашим зрителям, вот, какова эффективность, что они сами думают об этих форматах, поэтому мы отдаем им на суд. Да. А я вас благодарю за участие, большое спасибо, и самое главное, спасибо за вашу активную позицию.
До сих пор критерии оценки общественных объединений, советов, комиссий, фондов и НПО не сформулированы, по крайней мере, в публичной сфере. Соответственно, объективно оценить вклад общественников, к сожалению, не представляется возможным. И вот вам почва для недоверия, значительно подрывающая неправительственный сектор. Что же в итоге делать? Судя по всему, вопрос об эффективности нужно полностью отдавать на суд публики. Не просто так сегодня в эфире прозвучала идея здорового пиара. Ведь ничего так не увеличивает доверие, как прозрачность общественной деятельности, какой бы она ни была. В мире соцсетей именно публичность дает возможность оценить работу гражданского сектора и отдельных его лиц. Сегодня практически все мировые общественные деятели по совместительству – блогеры. И это явная нарастающая тенденция. Если ты заботишься о благе народа, покажи это. Вот и весь нехитрый прием. Возможно, ему мы и будем обязаны возвращению в мир НПО общественного доверия.